Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. На симпозиуме Русского географического общества «Степи Северной Евразии» участники рассмотрели концепцию создания экологичной транспортно-инфраструктурной сети. В ее основе лежат инженерные решения, разработанные Анатолием Юницким. Финансовый портал MyFin представил статью, в которой рассказал о том, как Skyway поможет решить проблему пробок. Во время выставки «Инотранс-2018» Михаил Кириченко поговорил с гостями стенда Skyway о том, что они думают о струнном транспорте и как видят его будущее. Приглашаем наших инвесторов и партнеров на конференцию Skyway Capital, которая пройдет 10 ноября 2018 года в Москве. Об успешном развитии компании Skyway Capital на международном рынке наши инвесторы и партнеры смогут узнать на конференции, которая состоится 13 октября 2018 года в Тбилиси. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. С 9 по 13 сентября 2018 года в городе Оренбурге проходил 8-й международный степной симпозиум Русского географического общества «Степи Северной Евразии». Повесткой дня для международного симпозиума стало обсуждение актуальных проблем сохранения культурно-исторического и природного наследия, а также экологической реабилитации ландшафтов уникального географического региона степей Северной Евразии. В качестве одного из решений для развития народного хозяйства и сохранения экологии данного региона участники симпозиума была рассмотрена концепция создания инновационной транспортно-инфраструктурной сети «Оренбургская паутинка». Концепцию предложил доктор географических наук Владимир Васильевич Литовский. В ее основе лежат инженерные решения, разработанные Анатолием Юницким. По мнению Литовского, применение инженерного базиса Skyway в контексте развития территории Северной Евразии сможет сформировать в регионе высокоэффективную и экологически чистую инфраструктуру, которая станет основой для развития новых отраслей народного хозяйства и энергетики будущего. С деталями предложенного проекта вы можете познакомиться на нашем сайте. Сколько денег теряет человек, стоя в пробках? А целое государство? Если не вдаваться в подробности, это огромные суммы, вылетающие в трубу. Исследователи, изобретатели и управленцы из разных стран ищут решение проблемы перегруженного трафика и предлагают самые разные проекты. Своя версия есть и у проекта Skyway. Вот что пишут специалисты финансового портала MyFin о решении проблем пробок с помощью технологий струнного транспорта. Струнный транспорт можно использовать как на коротких дистанциях с частыми остановками, так и на больших расстояниях. Минуя пробки, скоростные городские модули, перемещающиеся на втором уровне, будут развязывать сложные транспортные узлы мегаполисов. На сегодняшний день к такому транспорту обращаются нечасто и только в самых обеспеченных странах. Причина тому – высокая сложность и стоимость строительства. Тем не менее, благодаря технологиям введения инфраструктуры, разработанными в струнных технологиях, транспорт второго уровня станет доступнее и сможет распространяться гораздо шире. О том, как новые инфраструктурные решения будут экономить время и деньги, читайте в новой статье финансового портала MyFin, посвященной транспортным системам Skyway. Ссылку на статью вы найдете на нашем сайте. Струнный транспорт на международной выставке «Инотранс-2018» привлек внимание большого количества гостей. Представители транспортной сферы, предприниматели и просто люди, интересующиеся высокими технологиями из 30 стран мира, посетили стенд ЗАО «Струнные технологии» и своими глазами увидели новинку проекта Skyway – высокоскоростной Юнибус. О том, какие впечатления на гостей нашего стенда произвели характеристики нового модуля, его удобство и комфорт, мы писали в статистическом отчете по итогам проведенного опроса. Однако цифры не способны отразить те эмоции, которые испытали посетители выставки. Поэтому представляем вам видео, в котором Михаил Кириченко поговорил с гостями нашего стенда о том, что они думают о струнном транспорте и как видят его будущее. Полную версию интервью вы можете найти на новостном разделе нашего личного кабинета и сайта. Уважаемые инвесторы и партнеры, приглашаем вас на конференцию Skyway Capital, которая пройдет 10 ноября 2018 года в Москве. На конференции вы узнаете результаты проделанной работы и развитие Skyway Capital на текущем этапе,
свежие новости технологии струнного транспорта, а также ближайшие перспективы роста и продвижения проекта группы компаний Skyway. Во второй части мероприятия вас ждет обучение развитию бизнеса по партнерской программе Skyway Capital на тему «Эффективные встречи с потенциальными партнерами», необходимые компетенции, кейсы региональных кураторов. Подробнее познакомиться с программой конференции, зарегистрироваться и оплатить участие вы можете в личном кабинете Skyway Capital. 13 октября 2018 года состоится международная конференция Skyway Capital. На этот раз в столице Грузии – Тбилиси. Первая часть мероприятия будет посвящена презентации Skyway Capital для потенциальных партнеров и инвесторов проекта. Эксперты компании расскажут о преимуществах инвестирования и перспективах развития компании. Из второй части конференции участники узнают об итогах проделанной работы и развития Skyway Capital на текущем этапе, свежие новости о технологии струнного транспорта и возможных адресных проектах. Приглашайте своих друзей, знакомых, всех потенциальных партнеров и инвесторов на мероприятие в столице Грузии. Вход на конференцию свободный. Подробнее познакомиться с программой мероприятий и зарегистрироваться вы можете в личном кабинете Skyway Capital. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах. Не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях. И помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.